В своем предыдущем видеоблоге по этой теме я показал одного из бойцов вооруженных сил Украины, который, как минимум один из них, сейчас входит в проект и который является нацистом. Ну, я сделал такое предположение, во всяком случае меня крайне смутила одна часть его одежды. Этот проект об этих бойцах делают совместно телеканал украинский 1+1 и издательский дом Эдипресс, в частности его журнал «Вива». И они осуществляют мечты этих раненых бойцов, отправляют их в Европу, в частности, отдыхать, а во Францию. Я обратил внимание на одну деталь одежды. Этой деталью одежды является вот реглан, и на нем изображение логотипа дивизии СС. Видите? Waffen-SS, Totenkopf. И мне после этого начали писать, вот видите, 3-я танковая дивизия, Totenkopf. И мне после этого начали писать, что, возможно, это какая-то ошибка, может быть, ну, может быть, фотошоп, знаете, ну, мало ли что, может быть, бойца подставить хотели. И после следующей новости о том, что проект вот с фотографиями этих героев будет выставлен в Европарламенте в Брюсселе, я решил делом заняться всерьез. Действительно, в Европарламенте с завтрашнего дня или уже с сегодняшнего планируется сделать фотовыставку работ, на которых будут изображены эти герои, в частности наш герой. Честно говоря, когда я увидел следующие фотографии этого проекта, я не поверил своим глазам, я подумал, что может быть у меня галлюцинации. Потому что прямо на сайте телеканала размещено видео, и на этом видео мы без проблем можем посмотреть, что у парня наколото под регланом с эмблемой СС. Это череп со свастикой. Мы можем это видеть, это не российская пропаганда. Мы на самом деле это видим. И на самом деле это несколько опровергает теорию, которую сейчас активно распространяют украинские посольства по всему миру, о том, что рассказы об участии нацистов в войне на Донбассе – это преувеличение. Ну, мы нашли нашего героя. Наш герой – это Владимир Васянович. Вот сразу же заходим к нему на страницу ВКонтакте и видим банку со свастикой. Ну и мы видим много чего интересного на самом деле. Посмотрите, вот это вот фотографии нашего героя. Обратите внимание, может быть это не он, но я уверен, что в Европарламенте разберутся, он это или не он на фотографии. А возможно, сейчас вот это вот про него статьи, материалы. Вот наш герой. Интересно, в Европарламенте заценят вот эти вот произведения на теле нашего героя? Идем дальше. Вот наш герой. Подождите, возможно, это не он, возможно, это просто какая-то пропаганда. Да нет, вроде бы как он. Наш герой вот в окружении своих коллег, как я понимаю, таких же героев. В Европарламенте оценят эту живопись на теле? В украинских новостях о нашем герое рассказывалось, что позывной у него Шуруп. На самом деле Шуруп, потому что некоторые там карикатуры на его страничке я не понял сначала. Вот. Да, это про себя он. Шуруп. Ну, фотографии достаточно известных личностей. В Европарламент они тоже, наверное, поедут. Вот. Ну, чтобы лучше рассмотреть, что там у него набито. Это она еще пока не в цвете, а потом забил это все цветом. Родина уже оценила работу героя. Кстати, вот это он набил, можно же говорить, что, возможно, у него раньше такие взгляды были, знаете, по детству, что-то набил, а потом уже все, это совсем другой человек. Нет, потому что есть фотографии, где наш герой в больнице находится. И, как видите, побратимы собирают деньги на протез для киборга-разведчика правого сектора. Воин не теряет силы духа. Планируют через несколько месяцев вернуться на передовую. Как я понимаю, к ужасу местных жителей, этот боец с позывным Шуруп вернулся таки. А теперь посмотрите. Грудь чистая. На руках, кстати, там есть видео, тоже никаких наколок нет. Не было еще тогда свастик. А вот после больницы вдруг внезапно появились. Вот здесь счет. Присылайте деньги, помогите.
Я знаю такую легенду о том, что все эти бойцы в правом секторе, которые зиги бросают, которые со свастиками и на фоне Гитлера фотографируются, все они на самом деле человеколюбы. Это раньше, когда они были футбольными фанатами, занимались всякой чепухой, и фотографии старые, ну не новые. И вот с данным человеком это не получится, как и со всеми другими. Я не верю, что он был человеколюбом до ранения, но вот эти вот все свастики, всю эту нательную живопись он наколол после больницы. Я зачитаю вам отдельные его комментарии в соцсетях, я покажу вам отдельные фотографии этого человеколюба. Но самое главное, что в больнице он был без этого всего, а потом он осмысленно набил себе на тело свастики и бог знает что еще. Родина высоко оценила заслуги героя медалями. Это наш герой в больнице. Вот, смотрите. В Европарламенте надо просто повесить над входом, я считаю, в Европарламент. Обратите внимание, циклон Б. Весна, Одесса, помним, любим, приедем еще. Ха-ха-ха. Ну, я думаю, излишне напоминать о том, какая трагедия произошла в Одессе. И, насколько я знаю, сейчас посольство Украины по всей Европе рассказывают о том, что это именно трагедия, случайность. Вот молодой человек запостил у себя на стене банку с циклоном Б. Это тот самый газ, которым уничтожались люди в газовых камерах нацистами. Случайность, да? Идем дальше. Возможно, еще чем-нибудь нас порадует наш герой. О, это не он, это явно провокация. Так, что тут еще? Вот, красавец. Посмотрите еще, кто у нас тут есть. Доброго и верующего человека легко определить по крестику на его шее. 88 ножевых. Это просто исторический коллекционер, я уверен. А это так получилось, инсталляция такая, это случайно. Я уверен, что нашим еврейским друзьям понравится вот это вот. А теперь я вам покажу один комментарий от нашего героя. Это тоже надо в парламенте, в Европарламенте зачитать. Лучше под стекло, знаете, вот так вот распечатать под стекло и повесить на стену. Европарламентарии будут читать, я думаю, им очень понравится. Наш защитник Донбасса. Сейчас вот он выскажет свое мнение. Тут его спрашивают, задают ему вопрос. Вова, было в истории 41-45 годов. Вы восхваляете то, что принесло человечеству убийство более 100 миллионов человек. На что Владимир отвечает. Жаль, что на Донбассе живет меньше. Могли бы и переплюнуть. Жаль. Этот комментарий надо обязательно под стекло и в Европарламент. Жаль, что на Донбассе живет меньше. Могли бы переплюнуть. В уничтожении людей имеет в виду Владимир. Ну а теперь, чтобы снять вопросы о каких-то фотошопах и о каких-то там вселенских заговорах. Я с протезом набагато там більше зроблю, чим люди без протеза. Володимир на війну пішов добровольцем. Йому 21 і він розвідник. Ногу втратив, підірвавшись на міні. Від участі у проєкті довго відмовлявся. Ну, хорошо, что не отказался. Нам на радость и на радость европарламентариям. Они, уверен, много чего нового узнают. Или, возможно, еще раз утвердятся в своем понимании происходящего. Ну, а теперь посмотрите, как журналистка одного из ведущих телеканалов Украины рядом со свастикой любезничает. Погодився, коли зрозумів мету проекту. Можливо, навіть раніше там, ну, на людей там інвалідів якось по-іншому дивився. Зараз трішки, можливо, змінилось мене. Эти люди, с трудом выражающие свои мысли, всерьез считают, что они нацисты, носители какого-то там гена высшей расы. Там бачення це все. На що здатен зараз? Я абсолютно убежден, что журнал Viva, а также издательский дом Edipress, тесно связаны с одним высокоразвитым европейским государством, смогут объяснить цель этого проекта и то, что в проект они привлекают откровенных нацистов. Я уверен, что это сможет объяснить телеканал 1 плюс 1. Ну а в Европарламенте выставка фоторабот одним из героев, я надеюсь, что одним из героев, который является откровенный нацист, исповедующий взгляды нацистские,
і античеловеческие, я думаю, будет воспринято по достоинству, и все сделают правильные выводы. Этот блог будет переведен на максимальное количество языков, я искренне надеюсь, и я очень хочу, чтобы власти в Киеве были одернуты наконец-то, всерьез одернуты, и признали, что в Украине существует нацизм, этот нацизм носит уродливые, причудливые и абсолютно ужасающие формы, и это пора признавать.